No muy lejos. We are now live. That's when we're gonna be top live. Now we're top live. So everybody can see us. This is Pietro. Hi. He's amazing. He's amazing. Discovery of the year. Hi, Hofit. Thank you for introducing me. See you later, babe. You see, I'm working on myself. I need to be beautiful for Cannes, for the summertime. Oh my God. Спасибо, красавица. А, мы делаем очень крутую. Вообще, сейчас я на эти выходные приехала. Мы сделали уже 3 аппарата разных Петра. А он, между прочим, работал с Мадонной. Он ей делал фейшелы. Потом он работал в Лаквери. Это невероятный, конечно, мастер. I'm telling them that you were working with Madonna, you know, at Lapri. Yeah. Intraceutical boost, yeah. У него столько разных аппаратов, но дело даже не в том, что делает аппаратную косметологию. Он знает, что зачем использовать, в какой момент. Делали вчера, я первый раз такое видела. Hey, Paula, how are you? Делали вчера этот, как его, мезу. И у него такой пистолетик, как вообще первый раз такое видела. Короче, он очень-очень-очень такой продвинутый косметолог, который делает так, чтобы у меня все было так же красиво, как 15 лет назад. Но на самом деле еще даже лучше, чем 15 лет назад. I'm just saying, you know, that we're making myself beautiful, looking like I was 15 years ago. And then I was saying, no, I look now better than 15 years ago. Действительно, he's also super healthy. Да, и это еще причем ко всему прочему абсолютно безопасные препараты, то есть абсолютно не вредные. Вот. Убираю второй подбородок. Вернее, не даю ему образовываться даже. Ни в коем случае. Так что, если вы живете в Лондоне, обязательно рекомендую зайти к нему. Oh, this is absolutely a pleasure. Одно удовольствие просто. Да, вчера делали, сегодня... So you can do it like, you can do it couple days in a row, right? Yes, we can do this treatment twice a week. We're gonna work all the muscles. We're gonna get rid of the retention, liquid on the face, eyes, bags. Mm. Now I'm gonna show how amazing it's gonna be. I love my eyebrows like that. Mm-hmm. hi guys. Someone is asking what the fuck. It's endosphere. That's what we're doing, endosphere. So it removes the water and all the liquids, which is like making you look swollen or unnecessary. Absolutely. Yeah. Increasing the oxygen, and we lift the muscle. And works with muscles as well. Yeah. Да, также мышцы еще хорошо подтягивает. Dancing dolls. I don't know what is a dancing dolls. Are you asking for dancing dolls? Dancing doll? I don't know. So now let's do something very spectacular for you. Это не США, нет, это здесь в Лондоне. I love spectacular. Let's do it. My signature 24 carats gold peeling. Oh, you're gonna peel off all my. No, darling. No? This is real gold with a special turmeric and ginger gel that I'm gonna use now to completely detoxify your skin and lift. Leave it like that. I love that gold on my face.
золотом делает. Это его, у него, кстати, своя продукция. И я повторяю, что он работал раньше с Мадонной и работал раньше в Монако и в Америке. И вот это его личная какая-то разработка с золотом, джинджером. Джинджер по-русски будет как имбирь. Сейчас мы делаем такой пилинг. Короче говоря, буду сиять. Я очень рада, что попала к нему. Теперь у меня вообще проблем никогда не будет с кожей. Потому что иногда все равно такие какие-то там прыщики выскакивают. Он даже у него даже есть баджи, который, он говорит, если правильно использовать, можно достигнуть очень хороший результат. Ну, сейчас вы сами видите. Just leave it like that. I love it both. Я говорю, оставь золото, не смывай, пусть будет на моем лице. Сколько стоит процедура, смотря какая. Потому что позавчера мы делали очень такой сильный аппарат, который проходился, знаете, вот по линии подбородка. И тем, что он нагревал как бы вот эту часть, создавал слой между мышцей и кожей. Знаете, когда вот там пропадает уже жир, стирается, начинает небольшое такое обвисание, ну, как бы, особенно в моем возрасте, к 40 годам. И вот чтобы этого не было, мы делали аппарат 3 дня назад, который вот, его делать можно только раз в 3 года. Ой, вернее, 3 раза в год. И он целый месяц на образовывает коллаген и вот этот вот слой между мышцей и кожей, чтобы она ее отписала. Вот это процедура первая, которую нужно делать. А сейчас это уже просто последующие к тому, чтобы та процедура была более эффективна. Вот. Ну ладно, я сейчас покайфую, поваляюсь. Бразил! Саудаджи! Тиамо! Ладно. Целую, обнимаю всех.